Я в течение года наблюдаю за этим конем и никак не могу понять, почему он все время стоит в загоне. Ни травки у него свежей нет, ни компании никакой, всегда один. Вот на соседних лугах всегда несколько лошадей или коней пасутся. И эти на воле. Только один все время отделен. Уж пусть меня простят знатоки коневодства за мою неграмотность. Оказывается, это конь-производитель. Поэтому он и стоит отдельно от всех. Ему нужна специальная диета для того, чтобы он свое предназначение выполнял качественно. Если я не совсем правильно что-то объяснила, буду рада, если специалисты меня поправят. Всех благодарю за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!